Хлопцы в тупейших мясе. Юрьев около него, и игра началась. И сразу же включились первых минут. А может, этот темп и будут выдерживать, посмотрим. А вот такие забросы, они хороши еще в том числе, потому что там на острие это Юрьев. Он хорошо бежит, он может нырять за спины защитниками. Здесь должна быть просто хорошая передача, как сейчас, допустим, потому что это было опасно. И если бы не нарушение правил, Юрьев вполне мог мяч остановить и входить в штрафную площадь безболезненно. Видели мы бенефис Юрьева в Петрикове, когда команда вела 1-0, и такая равная игра, нервная игра, и Крумкачи больше времени уже без мяча, и понятно, что больше шансов контратаки вороны могли получать, и выпустил тренерский штаб Юрьева вот под эти рывки за спины, и что мы видим? Красная карточка игроку Орши. Хорошему Крумкачеву. Юрьев как будто передержал мяч, можно было расстаться с ними пораньше. Ну а так Крумкачев продолжает. Скиролиди мяч на грудь принимал, не смог обработать. Здесь Юрьев, продолжение, удар блокированный, и вратарь надежно забирает мяч в руки. Пытается Крумкачи накрыть соперника, и накрывают, это успешно сделано. Киролиди, передача на Иванова, дальше Юрьев уже на линии вратарской, передача классная на Ивана Вероса. Тот самый посыл, чтобы быстрее расставались с мячом, не передерживали его. Юрьев, у него есть коридор, надо решать этот момент, удар поворотом следует на добивание Верос, но отдавай передачу, и Иванов катится, бьет, попадает в голкипер, это нарушение правил, но опять же хорошая атака. И вот эти контратаки, которые сегодня придется гасить постоянно, нет нарушения правил, и встречная мгновенная атака. Киролиди, мяч под правой ногой. Подача на дальнюю штангу. Ну вот этот момент, Филипп Иванов, скидка. И мяч в сетке, или это был прямой удар, неважно. Главное, что мяч оказался в воротах. Да, Киролиди сделал хорошую подачу на дальний угол вратарской. Филипп Иванов, мне все-таки кажется, что бил поворотом, но если бы даже и отдавал передачу, там было кому замыкать, мы его на повторе увидите. По-моему, сразу трое, да, партнеров Филиппа Иванова готовы были подредактировать эту передачу, но это был удар. Важное Один событие. Из двух лимитчиков в составе Крумкачева, второй Алексей Калтыгин в воротах. Мяч уже справа. Набирает скорость. Шибун прострел. Ну, надо завершать. Такие но классно прострелы. Юрий играл. Классно напережение. Делал рывок, как настоящий нападающий. Не ждал мяча там в какой-то точке. Двигался туда, куда не успевать будет. И не вратарь, скорее всего, не защитник. Вот чуть-чуть ему не хватило, да? В этом первом тайме. Ну, надо заметить, что он хорошо находит, во-первых, эти свободные зоны, и туда приходит мяч, и как будто его забывают там в штрафной площади. А вот, пожалуйста, Иван Верос, ничего здесь выдумывать не надо. Не вторая, это не Киролиди был, да, это Калятка, который отдавал передачу. Из опорной зоны он ворвался в штрафную площадь, но вот эта атака меня очень удивила, потому что Орша вообще никакого сопротивления не оказала. Настолько спокойно все разыграли вороны, и очень важный гол для Вероса, который мало забивал в первой половине сезона, а вот тут все супер. Ну, структура понятна, и всегда, да, у Крумкачева левый фланг отличается от правого, там все-таки Михаил Шибун. Более все понятно. Киролиди хорошую позицию какую нашел для удара, но удар не точный. Яскович, Филипп Иванов вот тут оказывается. Он редко оказывается на левом фланге, но вот сейчас именно тут с мячом работает, помогает его разыграть. Ой, как здорово, но это была бы красота, да? Дальше выбивает Филипп Иванов, ну и все вперед. Если есть такая возможность, на Юрьева пас самый логичный. Тот на скорости и на дриблинге сейчас попробует создать для себя удобную ситуацию. Но он отдает передачу на Шибуна. Тот готовится к удару и будет бить, и бьет. И чуть-чуть рядом со штангой мяч пролетает. Мы видим в этом первом тайме. Яскович высоко. Иванов. Просит Шибун. Доставляет ему мяч Иванов. Классная передача с левой ноги. Пошел Филипп чужим воротам, Шибун сам все делает, удар по воротам, мяч в сетке, браво, шикарно. Это как будто работа над ошибками произведена, там чуть-чуть отвернулась удача, мяч прошел рядом со штангой. Ну а сейчас пас от Филиппа Иванова, делает несколько шагов в направлении штрафной площади и кладет мяч в ближний угол. 3-0, гол, на который мы рассчитывали до ухода на перерыв, до ухода команд в раздевалку. Ну вот Орша выбирается. Здорово. В конце первого тайма в атаку. Давненько мы не видели нечто подобного. И мяч уже в штрафной площади. И это момент. Это и Калтыгин. Такой запас у Крумкачоу. Верос, касание на Иванова. Передача на Юрьева. Ну, это красота, дорогие друзья. Жалко, что не удалось забить. Отбора хорошо бы мяч забрать себе, не дать разбежаться как раз-таки Захарову, который под 10-м номером у Орши.
несмотря на счет, несмотря на обстоятельства, тоже ищет свой шанс. Вот продолжение, вот уже мяч в штрафной площади и выход Калтыгина с нарушением правил там. Причем есть вопросы по атакующему игроку, который врезался в голкипера Воронов. Ну, ответим на повторе. До конца играл и голкипер, и игрок группы атаки Орши, но все нормально, с Калтыгином поднимается, он игру продолжит. Разворачивался Иван Верес, не подозревая о том, что сзади находится защитник, и на этот его разворот уже реагирует. Еще одна подача Шибуна, опять же Киралиди с нарушением правил бьет головой. Набирает скорость, Михаил Калятко идет вперед, Вера слева оказывается. Просит Иванов, получает мяч, он под левой, вот такая передача, Шибун, удар, голкипер спасает, ну и было положение вне игры. Шибун на Иванова, Иванов пяткой на Шибуна, ой, как здорово разыграно все, Шибун штрафной, передача, забивать надо, Вера смажет. Шибун бросает из боковой. Сгурский сохранил. Левковец, Иванов. Здорово, Шибун. Под левую и бить нужно. Удар Шибуна, дуба Михаила Шибуна. Как под копирку. Гол на самом-то деле, пусть удар отличается от того, что был в первом тайме. Но правоногий Михаил Шибун все делает по смещению в середину под удар с левой. И здорово завершает. Встреча закончилась нулями на табло. Шибун. В полуфланг идет передача. Сгурский под левую. Удар. Голкипер выручает. Но чуть от себя мяч отпускает. Все-таки Маталыга. Поэтому возможность добивания она существовала. Но пейл мяч на газон. Яскович. Лебедев. Удар. И рядом. Рядом со штангой мяч пролетает. Очень хорошая попытка. Все в порядке с дальним ударом. Лебедев. Что сделает? Пас на Вераса. Верас. Левковец не поддерживает. Верас убирает под себя. Удар с левой ноги в дальний угол. Голкипер снова выручает и не доводят. Неточная вертикальная передача от Калятко. Перехват. Атака. Может опасная получиться. Передача и забирает мяч в руки. Спокойно. Калтыгин. Яскович. Пойдет игра на встречных курсах концовки. Шибун справа на дальней штанге. Готов замкнуть любую передачу. Лебедев. Можно бить. Удар Лебедева заблокирован. Ну, сам решил в соло, да, тут все исполнить. Опытный Дмитрий Лебедев. Сгурский на Калятко. Калятко на Лебедева. Возвращает мяч Лебедев. Калятко. Получается пас на Шибуна. Удар поворотом. Ну, вот одна из интриг на концовку. Это, конечно, Михаил Шибун и возможный хет-трик. Такие вылазки к чужим воротам и в более широкие позиции утюжников предлагать не будет. Более консервативный деф в этом смысле. Лебедев, ну как, разыграли, браво! Просто браво, Михаил Шибун, автор голевой передачи. Ну а Дмитрия Лебедева мы тоже с долгожданным забитым мячом поздравляем. Потрясающая атака и шикарное завершение Лебедева. Лебедев. Яскович. Передача. Сгурский. Мяч в сетке. 6-0. Вот и новичок отличился. Петр Сгурский. Вороты футбольного клуба Орша. Провел Петр Сгурский, номер 74. Поставец. Классный перехват от четвертого номера. Выход 1-1 у Лебедева. Дмитрий бьет выше ворот. Ну, гигантские проблемы с реализацией. Ну вот, да, даже не стал ничего добавлять к этой встрече. То, о чем я и говорил. Дмитрий Марков, самая яркая победа Крумкачёва в этом сезоне. Самая результативная, разгромная. 6-0.